Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Диана Станкевич. Смотрите сейчас. Погода в доме. Александр Студни встретился с коллективом завода КПД. Только мы сегодня реально можем сказать, что мы можем сделать. Какие темы волнуют рабочих? Перформанс на воде. Спортсмены поздравили Бобруйск с предстоящим днем рождения. Мы по-прежнему продолжаем трудиться на благо города. Как это было? Цены ниже некуда. Мы поможем вам избавиться от ненужных расходов. На Бахарова открылся жесткий дискаунтер. Мне очень все нравится. Что почем? А также ожившие строки, первый укос и цветущий июнь. В столичном ботаническом саду распустились пионы. Уникальные кадры. В стране выздоровели 40 136 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Зарегистрированы 59 945 человек с положительным тестом. Врачи провели без малого 902 тысячи исследований. Об этом сообщает Минздрав. Коллективный иммунитет, препятствующий распространению коронавируса, может вырабатываться при 43% охвате переболевшего или вакцинированного населения. К такому выводу пришли ученые Ноттингемского университета. Аналогичной точки зрения придерживаются коллеги из Стокгольма. По мнению профессора Фрэнка Болла, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и выработает коллективный иммунитет. Председатель Бобруйского горосполкома Александр Студни встретился с трудовым коллективом завода КПД. На повестке дня градоначальника меры профилактики COVID-19, строительство социально значимых объектов, провокации в преддверии президентских выборов. Мэр города уверил, спокойствие Бобруйска нарушить не позволит. Присутствующие также смогли задать все интересующие их вопросы. Наш город, который мы в первую очередь должны обустраивать, наводить в нем порядок, а вот за этими негодяями, по-другому их не называю, потом мы должны ходить, закрашивать стены, закрашивать подъезды, павильоны, ларьки. Ну, никому не давали это право, и мы не дадим. Есть такие пару человек абсолютно, которые пытаются сегодня выйти на балконы и стучать по кастрюле. Для кого это? Для чего? Ну, если ты хочешь постучать, ну, зайди ты в свою комнату, квартиру, да стучи тебе сколько угодно будет. И только мы сегодня реально можем сказать, что мы можем сделать. А не те люди, которые пытаются выкрикнуть и сказать, что нужно. Никто еще из них ничего не сделал и не показал свою работу. Между тем, УВД города установило подозреваемых в нанесении граффити на остановочных пунктах. По факту вандализма сейчас проводится проверка. Спортсмены погребли на байдарках. В преддверии Дня города провезли флаг с гербом Бобруйска. Андрей Голубец и Максим Роскач развернули двухметровое полотно прямо по центру реки. Символ города виднелся с берегов. Сейчас воспитанники детско-юношеской школы и училища Олимпийского резерва, учащиеся Могилевского профильного центра, вовсю готовятся к Кубку Беларуси. Соревнование пройдет в конце июня. Совсем скоро и молодежное первенство республики. Воспитанники нашей школы являются чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр. Мы по-прежнему продолжаем трудиться на благо города, на благо страны. Радуем своих болельщиков, любителей вида спорта высокими спортивными результатами. Застывшая память. Уникальную экспозицию фотохроники времен Великой Отечественной подготовили ко Дню города в Краеведческом музее. На кадрах операция «Бобруйский котел», колонны пленных немцев, возвращение мирных жителей и парад победителей. Экспонаты взяты из фонда музея и Белгосархива. Выставка продлится до конца июля. Сама операция происходила таким образом, что даже опережая сроки, начали 24 июня, 29 к полудню полностью был освобожден Бобруйск. И на фото вот эта вот какая-то стремительность тоже видна, этот темп даже вот ощущается, потому что часть фотографий сделаны замечательнейшими фотографами того времени, советскими. Например, это классика жанра, вот Марков Гринберг. Белорусы на Красной площади, бесполетные зоны и подземка наготове. Когда откроют третью ветку Минского метро? Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыновьями присутствовал на военном параде Победы в Москве. По брусчатке Красной площади прошагала и группа сводной почетного караула Министерства обороны Беларуси. В этом году события, которые традиционно проходят в России 9 мая, перенесли из-за пандемии коронавируса. Письма участников обороны Брестской крепости озвучили актрисы театра. Видео разместили на официальном сайте комплекса. За 40 минут прочитали 20 солдатских треугольников. Большинство авторов погибли при обороне цитадели в первые дни войны. Имена некоторых увековечены на плитах мемориала.
Третью ветку Минского метро запустят в августе. Открытие приурочат ко дню строителя. По сообщениям профильной проектной организации, в столице всего 40 километров подземных дорог. В стране расширили список бесполетных зон для квадрокоптеров. Теперь их больше 380. Увидеть большинство можно на публичной кадастровой карте. Для одних участков указан радиус, которым нельзя летать, для других – перечень координат. Изменения описаны в постановлении Минобороны. Первый укос трав провели более чем на 85% запланированных площадей. Аграрии обработали свыше 1 000 000 гектаров. Работы завершили в Брестской, Гомельской и Минской областях. На Могилевщине техника все еще в поле. Заготовлено 131 тысяча тонн сена, 6 миллионов 300 тысяч тонн сенажа и 422 тысячи тонн силоса. В розницу по оптовым ценам на Бахарова открылся жесткий дискаунтер. Мария Бушкевич узнала, что почем. Тысячи товаров, честные цены и вежливый персонал. В Бобруйске открылся новый жесткий дискаунтер на расхват. Социально значимые продукты максимально доступны. Отдельные группы товаров и вовсе без наценки. Молоко «Молочные горки» 95 копеек за 900 грамм. Ореховый сервелат Брестского мясокомбината 8,99 рублей за килограмм. Каждый покупатель на сегодняшний момент знаком с экономией и старается избежать лишних переплат. Мы поможем вам избавиться от ненужных расходов и получать от покупок только положительные эмоции и финансовую выгоду. Специалисты ежедневно мониторят стоимость продуктов в других магазинах, чтобы сделать максимально выгодное предложение. Ставят на розницу оптовые цены. Здесь дорожат каждым клиентам. Выкладка красивая, хорошая. Видно, что все свежее. Чистенько, аккуратненько. Как бы все так вот доступно. Мы сюда уже заходим третий раз. Едем на дачу и вот заходим. Пока мне очень все нравится. С удовольствием выбирала черешню. Она у них крупная, красивая. В хард-дискаунтере на расхват, в отличие от аналогичных магазинов, россыпь колбасных изделий, большие отделы с молочкой и хлебом. Подготовились и к сезону шашлыков. За витринами охлажденное мясо, курица и свинина. Тазобедренная часть по 7,75, шея стоит 10,85. Что покупаете сегодня, расскажите? Подсолнечное масло, фрукты. Вот еще нужно взять персики, поскольку это сезон. Персики, нектарины, черешня. Ну, такое по мелочи, кофе. Как бы в основном это фрукты, колбасы. В жестком дискаунтере на расхват ни один клиент не останется без выгодных покупок, уверяет руководитель сети Валерий Алипов. Адрес магазина — Бахарова, 317. График работы с 9 до 22. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты «Бобруйск-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Вот и свела с ума. В Бобруйске устоялась ясная и сухая погода. Медики предупреждают, палящее солнце может в два счета вскружить голову и советуют надевать кепки, шляпки, панамки. Сегодня воздух в городе прогрелся до 26 с плюсом. Надолго ли тренд, уточнила Лилия Шайхова. В столичном ботаническом саду цветут пионы. Этим летом из-за погодных капризов бутоны распустились на 10 дней позже обычного. В коллекции около 320 сортов. Селекции из Франции, Америки, России и Украины. Яркие растения будут радовать глаз до конца месяца. Между тем, западная Украина переживает сильнейшее наводнение. На регион обрушилось до 70% месячной нормы осадков. Подтоплены более 200 населенных пунктов. Нет проезда к полусотне поселков. Повреждены 30 километров дорог и 130 мостов. В Ивано-Франковской области из-за разгула стихии погибли 3 человека. Еще один пропал без вести. Для устранения последствий паводков направили дополнительные силы и авиацию МВД. Мексика приходит в себя после землетрясения магнитудой 7,4 балла. Самый мощный толчок зафиксировали у южной береговой линии. В Мехико сработали сирены. Возникли сбои в подаче электроэнергии. По всей стране разрушены здания, в том числе несколько больниц. Катаклизм унес жизни 5 человек. Завтра в Бобруйске разгуляются солнечные зайчики. Синоптики предрекают преимущественно ясную погоду. Влажность будет скакать от 90% с утра до 45% после полудня. Днем столбики термометра застынут на отметке в плюс 27. Прохлады подаст северо-восточный ветер. Ночью город накроют облака, опустится туман, воздух остынет сразу на 10 градусов. Лилия Шайхова, Бобруйск, 360. Настало время поторопиться с выбором своей квартиры в столице. В комплексе «Минск-Мир», который возводят по принципу «города в городе», на этот момент осталось в продаже всего 800 свободных квартир. Покупать нужно сейчас, пока есть выбор. И именно сейчас есть квартиры на акции по самым лучшим ценам. Но действует акция только до конца июля. При этом цена от застройщика существенно ниже той, что попросят за эти квадратные метры на вторичном рынке в будущем.
Сегодня их еще 800. Ровно столько свободных квартир осталось в жилом комплексе «Минск-Мир». Это новое слово в градостроении. Новый формат жизни, комфортный и функциональный. Самый масштабный проект Европы реализуют в Минске. Елена Балкунова купила квартиру в доме «Эмиратс Волна» в практически завершенном квартале «Эмиратс Люкс». Начать следует с того, что я выбирала сначала застройщика, потом определялась с районом, то есть, соответственно, какие у застройщика есть предложения. И всегда импонировал комплекс «Минск-Мир». Плюс всегда хотела жить в Эмиратах. «Минск-Мир» плюс «Эмираты». Собственно, вот возможно жить в Эмиратах в Беларуси. Безумно красивый дом, как я считаю. Именно вот этот «Волна» – очень оригинальный дизайн. Собственно, поэтому и отдала предпочтение. В этом доме, который является доминантой квартала, квартиры остались только в двух секциях. Остальные сданы досрочно на полгода. Первый фактор – это близость метро, потому что у меня ребенок скоро пойдет в институт, надо ездить. Второй фактор – это была цена, потому что, как бы, промониторив рынок по Минску, цена была одна из самых привлекательных. Ну и третий фактор, который для меня был немаловажен, то, что я хотела свободную планировку. Свободная планировка – возможность продумать все под себя. У меня окна выходят и на проспект, и во двор, поэтому, ну, как-то, я думаю, что район новый, динамичный, вид будет неплохой. Новая акция и выгодные условия распространяются на 7 домов в различных кварталах комплекса «Эмиратс Волна», где, напомним, первые 5 секций сданы на полгода раньше срока. Пекин, Стамбул, Токио, Ницца, Лос-Анджелес и Новый Орлеан. Каким будет район, видно по уже готовому кварталу «Эмиратс Люкс». Прямо в нем собственный торговый центр, рядом детский сад с бассейном – это стандарты всего комплекса. И это центр города, фактически и географически. 5 минут езды до площади Независимости и вокзала. Завершается строительство станции новой ветки метрополитена. Активно возводится Международный финансовый центр. Тут партнер Международный финансовый центр Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ подписаны на правительственном уровне. Это тысячи рабочих мест. Есть место и для спокойного отдыха. Новый городской парк пройдет через всю застройку. Сейчас самые выгодные цены. Акция действует до конца июля. Максимально выгодно, если заплатить за свое жилье сразу или собственными средствами, или с привлечением кредита. В первый год ставка менее 4%, во второй и третий 9%, менее 14% в последующие годы. Предоставляется Беларусьбанком на срок до 20 лет в рублях. Есть и рассрочка. Первый взнос 30%, а дальше до 120 ежемесячных платежей. И по цене это получается в месяц, как за аренду жилья. Но здесь платите за свое. Про дополнительные скидки. В квартале «Северная Америка» скидка на квадратные метры 10%. А если покупать через сайт, выгода до 5000 рублей. Экономит и время, и деньги. Сейчас осталось не так много свободных квартир, поэтому стоит поспешить. Пока есть возможность выбирать. Потом, когда свободное жилье от застройщика закончится, на вторичном рынке цены будут выше в разы. Незачем откладывать воплощение мечты. Нужно действовать сейчас. Это все из событий к этой минуте. Сразу после нас сирена. Громкие чипы за неделю и страшная правда из жизни города. Следи за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!